Все точно знают, что в следующем году должен пройти транзит. Не в 23-м, не в 24-м, а в следующем. Это не может не беспокоить. И знают о том, что президент в январе об этом обещал объявить. Ну, он обещал не нам, конечно. Ну да, вот кому обещал-то? Да. Ближайшему окружению, семье своей в первую очередь. Есть семья, она на него оказывает большое влияние. Сейчас уже соизмеримое, наверное, с тем, какую семья Ельцина оказывала на Бориса Николаевича. А под словом «семья» вы кого подразумеваете? Алину Маратовну Кабаеву, ее родственников, дочерей Владимира Владимировича, они оказывают влияние. Ну и несколько очень-очень близких друзей. Правильно ли я понимаю, что вы не сомневаетесь, что Владимир Путин живет с Алиной Кабаевой? Ну, и мне кажется, что это не является особым секретом. Ну, я не знаю. Он публично об этом не говорит, но да, я об этом публично не говорю. Это правда. Избегаю таких прямых формулировок. Кто знает, может быть, нельзя это произносить, как и фамилию Навального вслух нельзя. Может быть, здесь определенные табу, продиктованные магическими соображениями. Ну, она, да, имеет на него влияние. Угу. Серьезное влияние.